Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на книги. Вот такие вот книжечки у нас. Альбом аппликации «Сделай сам. Мир животных». Здесь запаковано несколько книг. Это в Вальберсе продается сразу несколько книг. И, к сожалению, покупая, выбирая, вы не знаете, что же там на самом деле внутри. Именно для этого и сделан этот обзор. То есть вот они упакованы, те фотографии, которые там есть, там не написано, ну нет фотографий, что же там внутри. Поэтому я решила сделать. Здесь штрих-код. Вот. Книжки у нас от Хадбер. Вот. Ну, давайте их откроем, посмотрим. Вот такие вот книжечки. Давайте их посмотрим. Так, они начинаются вот так вот. А, ну, видимо, тут вырезается. А, ну, раз делай сам. Видимо, вырезается вот это вот. И ребенок должен как пусли приклеить, приложить. Даже вон как. Я даже и не знала. Я думала, здесь может быть что-то с наклейками, приклеить, ну не знаю, что-то такое. Такая, кстати, бумага очень плотная. Здесь собачка вон. Такая, мне кажется, даже можно ее раскрасить. Здесь киска. Ежик. То есть, а, ну, в принципе, вот они, да, есть фотографии и сзади описание. Раз, два, три. А, и тут три, четыре. А, ну да, наверное, четыре картинки. Вот описание. Аппликация развивает аккуратность. Надо же. Старше 3 лет. 19-й год. А есть, кстати, контакт, Facebook и Instagram. Instagram сейчас уже прям пишется везде. Так, следующее. Маленький, большой. А, тут... А, все, поняла. Здесь у нас времена года. Здесь маленький, большой. Блин, я что-то не заметила даже. Точно, времена года. Здесь маленький, большой. А, ну как вот цветок большой, да, цветок большой, бабочка маленькая. А вот уточка большая, уточка маленькая. Тут, наверное, можно потом и раскрасить тоже. Самолетик, самолет большой, маленький. Ну, как раз у меня уже сын это изучает. Пироженка. А, пироженка большая, конфетка маленькая. Класс, слушайте. Классно. Я, честно говоря, когда смотрела, думала, что вот это вот картинки, ну, просто так. Просто вот картинки там для красоты. Я не думала то, что это прям так все. Так, дикие животные. Здесь у нас идет. Белочка. Мишка, лев, неудобно переворачивать, и мартышка. Вот здесь, конечно, все красочное и очень красивое. Так, следующее, что у нас, домашние животные. Ба, собака какая классная. Кстати, вот так, киска. Поросенок, смотрите, какой симпатичный такой, пухленький, красивенький поросеночек.
поросенок, корова. Вот, кстати, нам коровы не хватает. Правда, корова у нее прям так что-то тут бугор такой торчит. Мне прям, слушайте, классно. Так, здесь что у нас? Геометрические фигуры. Тоже классно. А, колобок. А, это подсолнух. Господи, я думаю, что я ребенку скажу, что это. Это подсолнух. Боже, коровка. А, еще найти нужно. Здесь просто круг, а тут ищешь, кто это. Классно. Так, здесь что? А, кто в дупле живет, наверное. А здесь, кстати, клеточки уже. Такую батюшки не вкусируется. Не знаю, видно вам, здесь прям мелкая желтая клетка почему-то. О, здесь треугольнички. Квадратики. Здесь тоже клеточка. Тут 17-й год даже. Ба, да их даже собирали, что ли, частями. 19-й, 18-й, 17-й, 19-й. Так, тут 17. Так, это мы смотрели. И 16-й год даже. Видимо, то, что не продалось, их, наверное, собирают все вместе и таким образом продают. Так, мир животных. Здесь просто мир животных. Здесь пандочка пухленькая, верблюд и кто-то еще, не помню. Не помню, как его называют, напишите в комментариях. Енот, что ли, по-моему? Енот, наверное, напишите, кто это. Рисунки, кстати, очень красивые. Их можно, да, кстати, потом и перевести, раскрасить. Наверное, что-то можно будет придумать. Верблюд. Такой себе красивый. Енотик. И пандочка. Панда красивая такая. Пухляшка такая. Ну, и все. Тут аж 16-й год, надо же. Видимо, мир животных особо никто не покупал. Видимо, не покупалось. Непокупаемая. Так, в общей сложности здесь у нас 6 книг. Вот такой вот обзор у нас с вами был на такие прекрасные книжечки. Вот, надеюсь, что он вам понравился и помог рассмотреть и подумать, стоит покупать такие книжки или не стоит, потому что я по себе знаю, купишь, окажется, что что-то не так там, неприятно и обидно потом. Вот, я думаю, не каждому, наверное, понравится немножечко. Мне кажется, здесь не настолько яркие оттенки. Здесь вот тут прям красиво все, вот оно, яркое. А здесь вот уже как-то немножко по-другому. Вот. Ну, можно ребенку зато раскрасить, перевести, сделать вторую картинку, наклеить это где-то все отдельно, может быть, даже. Вот, со временем там где-нибудь. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, понравилось вам этот обзор или нет, стоит ли делать еще такие обзоры. А также смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, влоги, как мы развиваемся, у меня ребенок, как он играет, как он занимается. Также обзоры на технику, обзоры на продукты даже у нас есть, на шоколадки, на вкусняшки всякие, на все-все-все. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И также смотрите другие ролики, наши обзоры, обзоры на продукты, на технику. Вот продукты, там всякие вкусняшки, также влоги, как у меня сыночка развивается, как мы путешествуем. И там на канале у меня очень-очень много всего. И всем пока-пока, с вами был канал ArtMania. Подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. Всем пока-пока.